Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Наш разговор о методиках диагностики, профессиональной диагностики, не такой диагностики, в которой рассказывается и диагностируется, какой вы любовник или как вам общаться с другими людьми, а настоящей профессиональной диагностике. И я вам сегодня покажу методику тематической перцепции тест. Эта методика изготовлена нами, представляет она из себя две вот таких вот папочки. В одной папочке находится методология, вот здесь вот видно методическое руководство, давайте я его достану. И во второй папочке находится стимульный материал методики, тематический аперцептивный тест по Леонтьеву. Вообще надо сказать, обратите внимание, по Леонтьеву, надо сказать, что вариантов ТАТ существует чуть менее десятка, штук 7 или 8 разные авторы, как западные, так и отечественные, пытались создавать нечто подобное. Существуют варианты детского теста, РАТ, рисованные перцепции тест, он у нас тоже есть, мы его поставляем. Люди, кто работает с детьми, у нас его хорошо приобретают, имеется в виду РАТ. ТАТ более специфичен, проективная методика, очень сложный для изготовления стимульный материал. Очень большие требования к пониманию, им надо работать этой методикой, ей надо жить. Она непростая, она не качественная и не количественная, она именно проективная методика. И, соответственно, давайте посмотрим, что у нас входит в комплект. Ну, собственно, вот методология. Вот так вот это все выглядит красиво. Изготовлено типографским способом. Полное описание методики РАТ, оно достаточно объемно, если не ошибаюсь, тут 60 страниц. Здесь наши координаты, телефоны, email-адреса, явки и пароли, как мне нравится говорить. Ну и, собственно, в полном объеме проективная методика описана, ее надо изучать, читать, работать, экспериментировать. Здесь масса примеров в этой методологии, ну примерно процентов 30, наверное, приведены конкретные случаи описания. И выводы специалистов по данной методике, что можно получить, что нельзя получить, каковы диапазоны или границы работы с этой методикой. То есть тут очень все это подробно изложено. До последней запятой все выверено корректором. И, соответственно, вот эта методология этой методики. Ей надо жить, повторюсь, вот так вот в кавычках, да. То есть ее надо не просто использовать в некотором... Ну, конечно, ее сложно понять, но... При том, что, значит, у меня есть специалист, которым этим непосредственно занимается. Лет 20 назад я тоже увлекался этой методикой, проводил ее исследования по ней, обработку делал и так далее. Очень все это интересно. Но ей надо жить. Она забывается. Ей надо постоянно работать. Читать дополнительную литературу, помимо вот этого основного методического руководства. И, соответственно, экспериментировать. Это и исследовательская работа, и какой-то... Ей надо заниматься вплотную. Это не просто методика, которая вот применяется при экспериментально-психологических исследованиях ЭПИ, но и она требует определенного подхода к себе. Ее надо полюбить, ее надо понять, ее надо под себя модифицировать каким-то образом. Ну, вот именно вот такая вот достаточно непростая, сложная, но интересная и абсолютно работоспособная методика. Проективные методики при всех их каких-то недостатках, они работают. Они действительно работают, может быть, за каким-то редким исключением. Ну, допустим, Люшер, он не работает. Ну, а пиктограммы работают. Ну, вот как в данном случае методика тематической перцепции тест. Взрослый вариант, есть детский вариант, как я уже говорил, не буду повторяться. Вот так все это выглядит. И давайте перейдем, значит, здесь вот у нас идет инструкция. Инструкция состоит из двух частей. Первая часть инструкции и вторая часть инструкции для психолога. Вот она так вот у нас заламинирована и, соответственно, является вечной для работы с грязными руками, если люди хватает на все это. Протереть тряпочкой и, соответственно, пользоваться и пользоваться и пользоваться. Давайте я в сторону отложу методологию и инструкцию.
Это все понятно. И перейду, пожалуй, к самому интересному. Вот сейчас вот сижу и сам себя пугаю в голове. Думаю о том, что, значит, 31 лист стимульного материала. 30 с фотографиями и, соответственно, один пустой. Он нами изготавливается с высокой степенью детализации, высокой степенью качества. Давайте я их достану. Вот здесь вот они все. Надеюсь, у меня это получится. Они все находятся в файликах. Никакой ламинации не допускается. Вот, пожалуйста, стимульный материал методики детский тематический перцепции тест. Все это выполнено на таком плотном картоне. 250 микрон. Толще вообще не найти в Российской Федерации. И, соответственно, вот они пошли. Вот эти. Я не боюсь вам их показывать. Первая, вторая и так далее. Всего 31 фотография. Ну, тут рисунки, картины, фотографии. Оригинальный тест ТАТ. Здесь, если это рисунок какой-то, то здесь у нас идет, ну, будем так говорить, фотография. Ну, собственно, вот и все. Не буду показывать все 31 картинку, это ни к чему. Кому надо, тот приобретет у нас это, кому не надо, тому не надо. Значит, для этого существуют, для диагностики существует и ряд других интересных методик. Ну, я просто хотел показать, что это действительно у нас есть. Мы это предлагаем к приобретению. И лица, люди, профессионалы, заинтересованные в этом во всем, они понимают, что методика не должна быть одна. Ну, смешно пользоваться MMPI, КТЛом, да? Существуют и другие методики, и без них работать в реальности нельзя. То есть уточнять какие-то, строить выводы, писать какие-то экспериментально-психологические заключения без этой методики в некоторых случаях недопустимо, невозможно ее обойти. Я ею пользуюсь, пользуются мои специалисты, и она дает подчас очень необычные и нетривиальные результаты. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!